Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, с вами Дмитрий Патреваев, портал cgscope.com, и мы продолжаем этим видео уже третий по счету урок по программе Гудини. Отлично. Итак, вначале небольшой анонс, о чем сегодня мы поговорим. Сегодня мы с вами затронем такие темы, как поговорим об отображении объекта в окнах проекции, разные режимы отображения объекта, мы поговорим о настройках окна проекции, кое-каких параметрах, которые вам уже сейчас можно знать и использовать. А дальше мы затронем очень интересную тему. Мы поговорим о том, что такое в Гудини контексты, как с ними работать. Мы также поговорим о такой парадигме, как контекст в контексте. Посмотрим, как это реализуется и для чего это нужно. И сегодня мы уже продвинемся с вами дальше. Мы после того, как разберем контексты, поговорим о контейнере геометрия, geometry. Посмотрим, как с его помощью мы можем манипулировать данными, для чего он нужен. И также сегодня уже затронем тему в этом уроке создания узлов. Посмотрим, как они создаются в Гудини и, соответственно, каким образом мы с ними будем с вами работать. Вот такие планы у нас на это занятие, поэтому давайте начнем. Итак, первым делом поведем разговор с вами о отображении объекта в окнах проекции. В прошлый раз, в предыдущем уроке, мы с вами более подробно говорили о интерфейсе, о его перестройке. Но нам также нужно знать, понимать и иметь возможность менять внешний вид объекта в окне проекции. Те, кто занимался моделированием в других программах, знают, что в разных режимах бывает удобно работать с объектом. Поэтому в Гудини, конечно, тоже эта система реализована. Но для начала давайте создадим какой-то объект, чтобы лучше видеть, как он будет изменяться. Для этого, так же, как и в прошлый раз, мы воспользуемся пока нашей полочкой. И здесь создадим объект Torus. Для этого я левой кнопкой мышки щелкаю по самому объекту. Я перехожу в режим выбора положения, где в пространстве этот объект будет создан. В прошлый раз я нажимал Enter, сейчас же я нажму левую кнопку мышки для того, чтобы создать этот объект. Вот здесь у меня создан объект Torus. И рядышком с ним я создам еще один объект, например, сферу. Я кликаю второй раз на панель инструментов, на панельку Shelf и выбираю новое место для моего этого объекта. Box, например, здесь щелкаю, и вот он создан. Вернее, не бокс, а сферу, да. Мы создавали с вами сферу. Итак, вот два таких объекта. Напомню вам, что с клавишей Alt вы можете перемещать ваши объекты. Сейчас они расположились в пространстве так, как, скажем так, мы кликали, да. Вот, но в будущем, если нужно, мы сможем изменить эти положения. Пока же... Ой, сделаю отмену. Случайно прокрутил объект. Вот, нам этого будет достаточно, чтобы увидеть, как наши объекты меняются. Значит, при созданных двух объектах, видите, у меня появились их как бы узлы представления в моем Network View, в моем пространстве, где создаются узлы моей сцены. И вот, соответственно, как выглядят мои объекты. Значит, для того, чтобы посмотреть разные режимы, нам с вами понадобится наше, это же основное окно проекции и его правый верхний угол. Здесь есть вот такая вот иконочка Display Geometry, разные режимы отображения геометрии. Если присмотреться, видно треугольничек небольшой в правом нижнем углу этой иконки. Это означает, что это меню имеет подменю. Если вы раскроете его, вы увидите разные варианты, как ваш объект в окне проекции может отображаться. Давайте пройдемся по каждому из них. Итак, режим Wireframe Bounding Box. В этом режиме все ваши объекты отображаются в виде габаритных каркасов. То есть, можно сказать, такой коробки, в которую этот объект идеально упакован, где каждая из граней этой коробки касается той или иной стороны нашего объекта. Иногда это бывает нужно, это один из способов, скажем так, оптимизации, то есть быстрой работы в окне проекции, когда объект отображается в виде габаритного каркаса. Есть другой режим, Shaded Bounding Box, тоже присутствует название Bounding Box, но в отличие от предыдущего режима, в этом случае он вот так вот заливается сплошным цветом. Причем, кстати, в зависимости от тех режимов, которые у нас могут быть установлены, да, хотя сейчас, в принципе, смотрю, он не реагирует на это. Вот, в зависимости от разных режимов освещения, как бы объекты могут эти выглядеть по-разному. Ну, сейчас я одну секундочку попробую сейчас пересоздать мою сцену, потому что мне что-то кажется, что в этом режиме они все-таки должны быть не черными, а отображаться. Хотя нет, в других режимах нормально. Нет, значит все в порядке. Да, тогда создадим еще разочек Torus к нашей сфере.
Итак, режим Shaded Bounded Box, режим габаритного каркаса, но в этом режиме, видите, как бы он отображается в цвете, не в виде каркаса, как это было в предыдущем режиме. Режим третий Wireframe каркас, это режим проволочного каркаса, когда наш объект отображается просто-напросто в виде вот такого вот объекта, в виде сетки, которая, соответственно, показывает форму нашего объекта. Есть режим на него похожий, Wireframe Ghost. Разница его в том заключается, что в этом случае те стороны объекта, которые сейчас в камеру явно не попадают, то есть задние стороны объекта, они отображаются более тусклым цветом. Это дает возможность понимать, где у вас передняя часть объекта, а где задняя. Потому что предыдущий режим Wireframe такой возможности не давал. Wireframe Ghost. Отлично. Следующим режимом у нас идет режим Hidden Lies. В этом режиме у нас также объект отображается как каркас проволочный, но единственное, мы не видим тех граней объекта, которые сейчас у нас являются задними сторонами объекта. То есть только передние части объекта видны. Тоже иногда при моделировании удобный бывает режим, чтобы не затрагивать невидимые части при работе. Есть еще Hidden Light Ghost. В этом случае объект отображается, видите, в затененном режиме, но тоже таком вот более тусклом. И тоже дает нам возможность работать с нашим объектом, вот, но в таком вот немножко необычном режиме. Flat Shaded. В этом варианте отображения у нас объект отображается полноценно в цвете. Единственное, что видно, что кусочки, грани, из которых состоит наш объект, каждая из них четко видна. То есть сглаживание этих граней не происходит. Тоже это... Сейчас нажму клавишу Escape, чтобы снять выделение с этого объекта. И даже щелкну вот здесь Network View, чтобы снять выделение с узла этого объекта. Когда они будут вот лучше видны, и вы четко сможете увидеть, что и один, и второй объект отображается в виде вот таких вот граней, которые подсвечиваются, но при этом как бы... Которые видны, вернее, выделяются, но при этом они не являются сглаженными. Это режим Flat Shaded. Flat Wire Shaded. Похожий режим на предыдущий, столько, с той только разницей, что теперь отображается еще и проволочный каркас поверх нашего объекта. И два последних режима. Smooth Shaded. Режим сглаженного отображения. Объект в этом случае выглядит сглаженным. То есть граница между его гранями размывается. И объект выглядит гладким. И режим Smooth Wire Shaded. В этом сглаженном варианте еще поверх отображается наш каркас. То есть вот такие вот разные режимы, которые позволяют нам по-разному видеть наш объект. Горячих клавиш у этих режимов нет. Как, например, в программе 3D Max есть несколько горячих клавиш, которые позволяют между разными режимами переключаться. В Houdini есть всего лишь одна клавиша, которая включает режим. Это клавиша W, и она включает каркасный режим. То есть включение этой клавиши переводит вас в каркасный режим. А повторное нажатие, она как тумблер работает. Повторное нажатие вернет предыдущий способ отображения объекта, который был. Но поверьте мне, этого с головой бывает достаточно, чтобы вполне нормально и комфортно работать в программе. Итак, таким образом мы можем с вами по-разному видеть объекты в окне проекции. Но, пожалуйста, имейте в виду, так же как и в других программах, в Houdini эти способы работают только для того, чтобы вы видели эти объекты в окне проекции тем или иным образом. То есть, когда вы будете делать, например, финальную визуализацию, рендер, объекты будут отображаться другим видом, не таким, каким вы задали здесь. То есть это только для окна проекции. Дальше мы можем перейти к с вами еще одной полезной опции. Это настройка окна проекции. То есть у окон проекции, у одного или нескольких, могут быть изменены определенные настройки. И делается это в окошке настроек окна проекции. Для этого есть горячая клавиша, буковка D. D это сокращение Display, Display Option. И при щелчке на эту букву у вас открывается вот такое вот окошко, которое является окном отображения панели. Значит, не забудьте, я сейчас на секунду его закрою и напомню еще раз. В прошлом уроке мы говорили о том, что в зависимости от того, где находится ваш курсор мышки, клавиатурная комбинация может работать по-разному или горячая клавиша. То есть активность в Houdini определяется окна по положению курсора мышки. Если я в этом окне, в моем Network View, нажму D, окно будет иметь совсем другой вид. Если в этом окне, вообще никакой реакции не будет. А если в этом окне, в окне Viewport, клавиша D откроет как раз то нужное нам окно, о котором мы, в общем-то, с вами и говорили до этого. Display Options. Вот он. Я установлю его немножечко в уголок, а
окно проекции чуть повыше, чтобы вы видели и объекты, и настройки окон проекции. А также обратите внимание на вот эту панель, которая находится с правой стороны. Значит, некоторые опции на этой панели соответствуют некоторым настройкам в этом окне Display Options. Поэтому, когда я их буду менять, вы будете видеть, как на этой панели включаются или отключаются те или иные режимы. То есть, некоторые настройки для этого не нужно вызывать окно проекции, их можно менять кнопочками здесь, на этой дополнительной панельке инструментов, которая с правой стороны пристыкована к окну проекции. Итак, здесь несколько закладок есть, и каждая из закладок открывает вам тот или иной, ту или иную группу настроек, где вы можете менять определенные виды наших объектов. Начнем с закладки Markers. Здесь в основном находятся инструменты, которые позволяют визуализировать разные моменты в окне проекции. Опять-таки, визуализацию не путайте с рендером. Здесь, по словам визуализация, подразумевается то, что вы их можете видеть. Ну, например, категория Points, настройки, касающиеся точек наших объектов, точек, из которых, которые входят в состав нашей геометрии. Режим Markers включает отображение этих точек визуально на объекте. Видите, я ставлю галочку, у меня, соответственно, появляются эти точки на объекте. Обратите внимание, что вот тут включается опция, которая соответствует тому же самому режиму. Если я пощелкаю по ней, получу точно такой же эффект. То есть вот что имеется в виду под словом визуализация, когда вы видите те или иные моменты. То есть видимость тех или иных параметров можете отображать. Например, точек. Или, допустим, номеров точек, параметр numbers. Тоже он на панели здесь включается. Или, например, вы можете видеть нормали точек, тоже включается, но пока у наших точек не назначены нормали, поэтому, соответственно, мы их визуально не видим. Или видеть назначение UV-координат для точек и так далее. Мы не будем все подряд разбирать, потому что со временем, по мере того, как мы будем проходить по изучению Houdini дальше, по мере продвижения по этому курсу, многие из этих элементов мы к ним будем возвращаться, и тогда непосредственно в работе вы лучше сможете понять их значение. Группа Primitives – настройки, имеющие отношение к полигонам, или, как Houdini их называет, примитивы. Здесь тоже есть группа настроек по отображению определенных параметров, например, нормали примитивов. Как видите, сразу некоторые параметры включаются на панели инструмента, таким вот образом. Есть группа Vertices, имеет отношение к вершинам. Вершина – это точка, которая входит в состав конкретного примитива или полигона. Вершины отличаются от точек, мы будем об этом говорить в будущем. Тоже мы можем включить их индикацию, включить их номера, включить нормали этих точек, прочие другие параметры. То есть в основном на этой закладке мы разные способы касательно визуализации, то есть отображение тех или иных моментов, тех или иных данных в окне проекции можем включать. Группа Guides, здесь находится несколько дополнительных параметров, например, здесь можно включать или отключать вот этот индикатор положения осей, называется Floating Gnomon. Также есть Origin Gnomon, это вот этот трипод, да, направление осей, которое в центре отображается. И прочие другие дополнительные атрибуты. Мы постепенно будем говорить о некоторых из этих параметров. Нам не все здесь нужно сейчас знать. Единственное, парочку параметров, на которые обращу внимание, наверное, ваше, это вот параметр Scale Normal. Если у нас, допустим, включены отображения нормали нашего объекта, то параметр Scale Normal задает масштаб этих нормалей. То есть мы можем их уменьшать или увеличивать благодаря этому бегунку. Иногда бывает нужно видеть эти значения нормали, поэтому тут мы можем ими управлять, если хотим. Или, допустим, Point Marker, если у нас включены точки, здесь мы можем задавать размер этой точки. Большие или маленькие они будут. Но я пока верну к значению 3, к значению по умолчанию. На закладке Visualizer здесь находятся несколько инструментов, с помощью которых мы можем визуализировать данные. В Houdini вообще параметры, вот эти инструменты, которые занимаются визуализацией данных, то есть показом определенных данных в окне проекции, потрясающе мощные. Но сейчас я это демонстрировать не буду, потому что сейчас, наверное, в полной мере это не будет вам понятно. Однако в будущем мы обязательно эти вещи будем использовать, и тогда вы в полной мере сможете ими, как говорится, насладиться и увидеть все их преимущества. А закладочка «Геометрия». Здесь тоже несколько инструментов по управлению тем, как геометрия в окне проекции у вас будет отображаться. Какая степень ее детализации. Вот каркас, какой, например, толщины должен рисоваться в окне проекции и так далее и тому подобное. Пойдем дальше. Сцена. Здесь настройки касательно вашей сцены. В частности, гамму можно настраивать для нашей сцены. Сглаживание в окне проекции задавать. И прочие другие атрибуты. Viewport. Здесь кое-какие настройки касательно окна проекции.
Я бы здесь пока обратил внимание на несколько параметров, например, такие как информация. Show name показывает имя окна проекции. Вот оно, видите, прячется, если я отключаю. А также Show camera name показывает окно камеры, то есть через какую камеру делается визуализация. То есть рендер будет делаться финальный. Здесь тоже можно включать или отключать этот параметр, если нужно. А также здесь вот с правой стороны есть группа настроек Clipping, обрезка. И мы можем задавать категории Near и Far Clip. Вот эти два поля, они пока заблокированы, потому что вот тут стоит автоматическая опция по обрезке. А если надо, мы можем выбрать любой из этих параметров, и тогда нам станет доступным первый, последний или, соответственно, оба эти параметра для редактирования. И мы можем их менять. Обрезка – это параметр, который позволяет камере указывать, где у нее плоскости отсечения. Иногда бывает так, что в сцене с большим масштабом, вы, например, слишком близко подъезжая к объекту, можете увидеть, что он как будто бы обрезается камерой, то есть вы перестаете его видеть. Как раз тут можно настраивать Near Clip Planes, то есть область ближней обрезки, или наоборот обратный эффект, когда вы слишком далеко уезжаете в объектах, тоже крупных или маленьких сцен, потому что это два крайних положения таких, тоже бывает, что объект иногда как будто пропадает из виду, обрезается. Тогда можно настраивать второй параметр Far Clip Planes. Вот таким вот образом. Ой, пардон, это случайное нажатие. Отлично, то есть вот здесь этот параметр, который пока действительно нам будет нужен. А группа эффектов. Тут эффекты касательно того, как в окне проекции эти эффекты отображаются. Например, вот категория Lighting. Мы можем включать или отключать освещение в окне проекции. Включать или отключать спекулярное освещение, то есть блик. Делать объект матовым или глянцевым. Но опять, только для окна проекции. Это никак не связано с материалами нашего объекта. Также можем здесь дополнительные параметры по материалам. Use material, использовать материал или не использовать. Если объекту присвоен материал с текстурами, то, соответственно, эта опция выключит отображение в окне проекции этого материала. Тоже обратите внимание, что часть опций сразу включается или выключается. В зависимости от того, какой мы с вами, какие мы с вами настройки здесь задаем. Grid. Настройка касательно окна проекции. Мы можем включать или отключать нашу сетку. Тоже есть соответствующий режим на панели. Background. Вот эта настройка, с которой мы будем работать периодически. Здесь, вот, например, внизу вы можете выбрать любой из окон проекции. И внизу, вот в этом поле, загрузить картинку, которая будет отображаться как фон в вашем окне проекции. Благодаря вот этой вот кнопочке. Это удобно, когда вы, например, хотите моделировать по референсам. Вам нужно загрузить эти референсы, чертежи в окна проекции и, соответственно, с ними работать. Вот здесь это в Гудини выполняется процедура. Например, там перспективное окно или в окно вида справа, слева, спереди и так далее и тому подобное. Также есть тут разные цветовые схемы окна проекции. По умолчанию стоит светлая цветовая схема. Ее можно сделать темной, ее можно сделать серой. Ну, я вернусь к той, которая пока по умолчанию стоит. Группа настроек текстуры Texture, она управляет тем, что позволяет нам показывать вообще текстуры в окне проекции. Здесь же их можно выключать, например, если не надо. Здесь мы можем выбирать с вами разрешение для текстуры, то есть когда текстура загружается размером даже больше, чем 1024, например, там 2048, а в окне проекции она будет отображаться только как текстура размером 1024. Это экономит память, но если нужно качество текстуры увеличить в окне проекции, вы здесь вы можете увеличивать этот параметр, делать его больше или меньше. Также здесь можно задать в мегабайтах, сколько кэш, какой кэш оперативной памяти, какое, вернее, количество оперативной памяти забирается для того, чтобы создать кэш с текстурами и хранить там эти данные. И вот это поле показывает, сколько из этого кэша максимально вы сейчас загрузили. Пока мы не используем текстуры, поэтому стоит значение 0. Таким вот образом. И последняя закладочка оптимизация. Здесь есть несколько свойств по оптимизации. Например, мы периодически будем пользоваться вот этой опцией Remove Backface, которая позволяет делать видимыми или невидимыми грани, невидимые грани объекта. Но чуть попозже, когда мы с этим столкнемся, я к этой опции еще разок вернусь. Вот, пожалуй, и все, что в этом окне. Значит, заметьте, что настройки, которые вы здесь меняете, они применяются сразу же. То есть не нужно нажимать на какую-то кнопку Apply, OK и так далее. Единственное, внизу есть две кнопочки. Revert to Default, кнопка, которая возвращает все изменения, которые вы сделали, к тем, которые сохранены как изменения, как настройки по умолчанию. Это быстрый способ любые изменения вернуть к виду по умолчанию. И есть также кнопочка Save as Default. Если вы, например, какую-то опцию хотите использовать, которая по умолчанию выключена, вы можете ее поставить и нажать кнопочку Save as Default. Тогда все ваши настройки сохранятся как настройки по умолчанию. Тогда вам не нужно будет каждый раз эту опцию включать. Ну и внизу есть галочка Apply Operation to All Split Views, то есть применить эту операцию ко всем окнам проекции, ко всем разделенным окнам проекции.
Здесь можно тоже эти настройки применять сразу для всех окон проекции или там только к определенной группе, например, окон. Вот таким вот образом. Вот такое вот окно, мы периодически будем к нему возвращаться для того, чтобы менять в нем те или иные опции в зависимости от той ситуации, какая нам нужна. Замечательно. Ну вот мы разобрали тот кусок, который относился к окнам проекции, к их настройкам. Теперь же мы можем перейти к следующему важному пункту и блоку. Это блок, связанный с тем, что же такое в Гудини контексты и как с ними работать. Вот давайте сейчас поговорим как раз именно об этом. Итак, в Гудини присутствует такое понятие, как контексты. Где мы эти контексты можем видеть? Ну, практически в любом из окон проекции, если вы присмотритесь к верхушке любого окна проекции, например, окно Network View, здесь есть такая вот надпись, как Obj. Или вот здесь окошко параметров Obj. Или вот тут 3D-вид тоже написано Obj. Если щелкнуть по этой опции левой кнопкой мышки, то у нас откроется меню, в котором мы увидим как раз разный список, состоящий из разных контекстов, которые есть в Гудини. Это контекст CH, Channel, это контекст Image, контекст Mat, материалы, материал, контекст Obj, объекты, Object, контекст Out, контекст, связанный с рендерингом или визуализацией, контекст Shop, более старая версия контекста для хранения материалов. В старых версиях использовался Shop и не было контекста Mat. Сейчас появился Mat, возможно, Shop в скором времени исчезнет. Но пока еще присутствует и один, и второй. И есть контекст VEX. VEX — это сокращение от Vector Expression Language. Это встроенный, один из встроенных языков программирования в Гудини. И, соответственно, зайдя в этот контекст, вы можете создавать этот код на этом языке VEX. Но об этом тоже попозже мы поговорим. Что же вообще такое контексты? Ну, представьте контексты, например, я бы мог сравнить как один из вариантов, я всегда стараюсь такие простые примеры подбирать, понятные из жизни. Представьте их с магазинами, в которых продают товары только одного типа. Например, вы приходите в магазин, в котором продают хлебобулочные изделия. Понятное дело, что вы можете там купить хлеб и другие связанные изделия там с выпечкой, да? Но вряд ли вы там найдете, например, молоток, гвозди, инструменты, связанные там с ремонтом. Этот магазин не специализируется на этом. В то же самое время, зайдя в строительный магазин, вы там можете купить все для ремонта, но не найдете, например, возможно, там бытовую химию, да, или какие-то там сувениры, которые хотели бы, возможно, найти, потому что, опять-таки, магазин специализируется только на определенном типе продукта. Вот нечто подобное выполняют контексты. То есть в Гудини каждый из контекстов направлен на свою какую-то задачу. Он обрабатывает данные, которые имеют отношение только к нему, скажем так, и не затрагивает другие. То есть, например, на контексте Obj, сокращение от слова Object, объект, мы можем создавать нашу геометрию, то есть физическую геометрию. Она может состоять из точек, из ребер, из полигонов, то есть разные типы геометрии, не обязательно там цельный объект. Те же самые, например, частицы, да, хотя они не являются как таковой геометрией, а просто наборы точек, но они тоже создаются, например, на этом Obj-контексте. То есть геометрия, она может состоять из точек, из ребер, из полигонов, вот, быть видимой, скажем так, или невидимой, объемной или же плоской, но тем не менее это геометрия. Вот она создается здесь. То есть, если мы хотим с ней работать, мы должны зайти в соответствующий контекст. Зайти – это значит щелкнуть по нему, чтобы он стал активным. Если мы, например, хотим работать с материалами, да, как один из вариантов, то мы заходим в контекст Mat – Material. Тогда, соответственно, здесь есть пространство, где мы можем создавать наши материалы. Это один из способов. Контекст Image – IMG, да, сокращение от Image – изображение. Это контекст, в котором мы можем манипулировать с нашими 2D-изображениями, загружать текстуры, менять текстуры, а также делать композитинг финального рендера или, допустим, элементов, которые мы хотим использовать как текстуры, сводить эти текстуры, чтобы получать на основе нескольких текстур, комбинировать их, получать новые. То есть, фактически, то, что делают многие специализированные программы для композитинга, такие как Fusion, Nuke, или же, допустим, частично, как та же самая программа Photoshop, Гудини может делать внутри себя, прямо вот на этом контексте Image. Другой контекст, контекст, например, Out. Это контекст, в котором находятся инструменты для визуализации, то есть для рендера. В Гудини по умолчанию используется очень мощная программа для рендера, рендер-движок, который называется Mantra. И этот рендер-движок позволяет нам создавать определенные узлы, которые имеют отношение к нему. Их тоже можно настраивать в связи. То есть, когда мы хотим делать рендеринг, мы переходим вот сюда, на этот контекст Out. Какие еще есть контексты? Shop, как я уже сказал, аналог Mat,
материала, то есть тоже можешь делать материалы, но сейчас начал применяться мат, поэтому шоу постепенно отживает себя. Контекст CH, контекст channel, каналы. В Гудини каналы используются для работы с сигналами. Эти сигналы могут быть разные. Это могут быть анимационные кривые, это могут быть, допустим, сигналы, полученные из звукового файла, интерпретированные, допустим, в сигналы. Дальше определенным образом их можно изменять. Очень интересная система. Я в будущем обязательно буду показывать, как использовать это. Например, с помощью этого контекста и данных, с которыми мы тут можем манипулировать, мы можем зацикливать нашу анимацию. Или создавать процедурную анимацию, где какие-то вещи будут сделаны на основе сигналов с особым там преображением. Ну, постепенно об этом расскажу. Сейчас, может, не все понятно, но я сейчас и не ставлю цель объяснить все абсолютно в Гудини. По мере продвижения в этом курсе мы будем все больше и больше для себя открывать. Хорошо, давайте пойдем дальше. Контекст VEX, контекст для программирования. Как я уже сказал, мы чуть попозже, ну, гораздо попозже, наверное, некоторые аспекты его все равно затронем, даже в этом базовом курсе, поэтому станет понятнее. Ну, вот это то, что касается как бы базовых вещей по контексту. Давайте тогда перейдем дальше к более интересным вещам, как в каждом контексте мы можем создавать наши узлы. Вот давайте поговорим сейчас об этом. Итак, друзья, для того, чтобы мы могли с вами работать над созданием узлов, нам важно понимать момент, связанный с тем, что в зависимости от того, в каком контексте мы находимся, такие узлы нам будут так или иначе доступны. Вот, допустим, сейчас мы находимся в контексте Object, контекст для создания объектов. Здесь мы можем создать узлы. В Гудини создание узлов делается использованием клавиши Tab. На клавиатуре, нажав клавишу Tab, у вас выскакивает вот такое вот меню. Я сейчас постараюсь курсор мышки поставить повыше, чтобы это меню полнее попало в экран, ну, хотя в полной мере не получается. Ну, давайте немножечко возьмем вот эту часть панельки, поднимем чуть-чуть выше. Тогда курсор мышки будет размещаться выше, и это меню будет полностью видно. Итак, по клавише Tab у нас открывается меню. И видим, что в этом меню есть подкатегории. Наведя курсор мышки в каждую из подкатегорий, мы можем увидеть узлы, какого типа мы здесь можем с вами создавать. Узлы можно быстро набирать по имени. Если вы знаете имя той или иной команды, вы можете начинать писать ее название, и, соответственно, у вас будет подсвечиваться сразу та группа узлов, которая попадает под это название. Обратите внимание, что важно, чтобы у вас стояла английская раскладка клавиатуры, потому что если стоит русская раскладка клавиатуры, символы на русском языке корректно не воспринимаются. Видите, вон наверху пишется набор непонятностей. Поэтому через клавишу Backspace мы их удалим. Снова вернемся на английскую раскладку и теперь можем продолжать набор нужных нам символов. Вот таким вот образом. Значит, давайте посмотрим, если я переключусь на другой контекст, например, контекст Image. Здесь, нажав кнопочку Tab, я увижу другое меню с другими настройками узлов. В контексте материалов, соответственно, меню будет иметь совершенно другой вид. То есть, видите, в зависимости от того, где мы находимся, в каком контексте, такие мы можем создавать с вами узлы. Ну, процесс создания узла очень простой. Нам достаточно просто, нажав клавишу Tab, начать писать название этого узла. Например, допустим, узел геометрия. Мы сегодня о нем поговорим более подробнее. И как только в этом списке появился только он, мы можем на клавиатуре нажать клавишу Enter. Автоматически мы переходим к созданию узла. Узел по умолчанию прилипает к курсору мышки, то есть вы можете указать, где именно он будет располагаться, или же просто нажать Enter для того, чтобы там, где стоит мышка, он автоматически сразу создался. Вот у меня создался новый узел, узел с названием Geo, сокращение от геометрия, Geometry. И мы, соответственно, видим результат получения объекта, который в этом узле по умолчанию присутствует. Ну, об этом мы чуть подробнее с вами поговорим. Точно так же в любом контексте мы можем с вами, начиная набирать название этого узла, видеть его. Если даже узлов несколько по таким символам, то он автоматически подсвечивается здесь. И нажав клавишу Enter, вы создаете именно тот узел, который вам нужен. Нажав Enter два раза, да, вы автоматически создаете узел, и он ставится там, где располагался курсор мышки. Вот таким вот образом. Отлично. Поэтому теперь мы знаем, что такое контексты, и понимаем, как мы можем создавать узлы. Интересно, что мы с вами можем создавать также узлы в других контекстах. Здесь как раз приходит на помощь такая парадигма в Гудини, как контекст в контексте. То есть мы сказали первоначально, что для того, чтобы создать узел нужного типа, например, мы работаем с анимацией, мы переходим в контекст channel, и там доступны узлы по работе с этими каналами. Мы работаем с композитингом,
хотим обработать изображение, полученное после рендера, или создать текстуру, мы переходим в Context Image, и там доступны узлы или ноды, которые работают с этим контекстом и так далее. Нам нужна геометрия, мы переходим в Context Object, и тут работаем с нашей геометрией. Однако бывают ситуации, когда нужно, чтобы на одном уровне, например, в контексте Object, мы имели возможность работы с текстурами. Здесь срабатывает понятие работы контекст в контексте. Нажав клавишу Tab, мы можем здесь посмотреть, у нас в категории Managers есть доступ к разным узлам, которые из себя представляют тоже другие контексты. Смотрите, этот список похож на тот список, который у нас был вот здесь. Итак, в категории Managers есть, соответственно, доступ к другим контекстам. Для чего это сделано? То есть, смотрите, мы, находясь в контексте геометрии, можем создать узел для работы с материалами. Он называется MatNet, то есть Network для работы с материалами. Вот. И внутри него, мы, если зайдем, мы можем создавать узлы, связанные с нашими материалами. То есть вот у нас на контексте Object, который связан с геометрией, находится контекст, да, для работы с материалами. То есть внутри контекста находится другой контекст. Вот такая штука тоже может быть. Для чего Houdini это использует? Это нужно для того, когда вы в будущем научитесь создавать ассеты, или так называемые такие цифровые наборы. У вас, например, один ассет может внутри себя содержать как геометрию, так и материалы, так и какие-то анимационные, например, циклы, которые вы там выстраивали и делали. И в этом случае, или даже, например, текстуры, которые вы процедурно получаете в самой программе Houdini. То есть в этом случае у вас есть возможность все собрать внутри одного блока и экспортировать это как один ассет, внутри которого будет и геометрия, и материалы, и текстуры, и все остальное. Вот в этом случае бывает удобно использовать не глобальные контексты, а вот эти, скажем так, нетворки или контексты в контекстах, для того, чтобы создавать все внутри одной общей структуры. И один, и второй вариант работы. В будущем мы будем пользоваться как одним, так и другим. Нет, в общем-то, какого-то жесткого правила, в каком случае какой использовать. Это больше вопрос личного предпочтения, а также, скажем так, такого логического вывода, что в данном случае лучше использовать. Поэтому по мере того, как мы будем дальше изучать с вами программу Houdini, вы все больше информации будете получать и сможете лучше понимать и логически домысливать, где какой вариант вам лучше использовать. Отлично. Ну а теперь давайте познакомимся немножко подробнее с контекстом, с контейнером геометрия. Да? Вот мы говорили, что больше всего, чаще всего мы работать с нашей геометрией будем на уровне Object. Так вот здесь на уровне Object мы можем создавать контейнер для хранения данных. Этот контейнер называется контейнер геометрия. Вот эти все узлы, раз, два, три, они являются типом геометрия. И об этом можно судить по надписи. Видите, наверху написано Geometry, геометрия, Geometry здесь. То же самое и здесь, но как бы здесь не пишется, потому что имя подразумевает то, что он у нас такого плана. Если я имя его изменю, то в будущем как бы он сможет изменить свое название и тоже написать свой тип. Но все это контексты, внутри которых как бы хранится геометрия. Что это за контекст Geometry? Он используется для того, чтобы внутри себя хранить данные. Если вы два раза левой кнопкой мышки щелкнете по этому узлу, то вы войдете в этот узел, фактически опуститесь, скажем так, внутрь этого узла. Вот. Этот контейнер геометрия можно сравнить с папкой. Представьте, что это как бы папка или коробка такая, да, внутри которой хранятся составные части вашей сцены. О том, что вы находитесь внутри этой папки, говорит вот этот путь, который здесь вот сейчас в адресной строке нашего диспетчера NetworkView, нашего окна NetworkView, он изменился. Раньше был только Object, а сейчас Object, как бы стрелочка показывает, что мы еще находимся внутри контейнера геометрического, объект сфера номер один. И внутри него мы видим узел, который как раз и представляет физическую сферу, у которой есть параметры, которые мы можем менять, например, там радиус, допустим, мы можем изменить. Или, допустим, там параметр количества элементов, из которых состоит наш объект. Если вы хотите вернуться наверх, вам нужно щелкнуть либо по вот этой надписи Object, для того, чтобы подняться на уровень вверх, или можно использовать горячие клавиши. Для того, чтобы войти внутрь узла, если это можно сделать, потому что не во все узлы можно входить, в контейнер геометрия, например, входить можно, можно либо воспользоваться двойным щелчком мышки, чтобы войти в него, или же, выделив его, вы можете на клавиатуре нажать клавишу Enter. Это автоматически введет вас внутрь этого узла. А чтобы выйти из него на уровень вверх, можно воспользоваться на клавиатуре буковкой U, сокращение от слова Up, наверх. U, Up, и мы, соответственно, здесь с вами наверху.
Вот таким вот образом. Я могу войти в торус, выделив его и нажав Enter. Внутри я вижу узел торус, который как раз и создает геометрию торуса. И вот его параметры я могу их менять для того, чтобы изменить внешний вид моего торуса. Нажав U, я снова поднимусь на уровень вверх. Если я зайду сюда, в этот контейнер геометрии, я увижу здесь другой оператор, оператор файл. Это загрузчик, который позволяет загружать другую геометрию внутрь Houdini. По умолчанию он представляется в виде такого вот бокса, но когда вы загрузите какой-то конкретный файл, этот стандартная геометрия заменится на ту геометрию, которую вы загружаете. Но снова нажав U, вы подниметесь вверх. Если вы зайдете в этот контекст, магнит, то вы увидите здесь, соответственно, вы теперь внутри него находитесь, и здесь по клавише Tab вы можете создавать те же самые узлы, которые доступны вам были на контексте, например, мат. Точно так же. То есть, вот таким вот образом вы можете создавать разные контексты внутри контекста в Houdini, если это нужно. Вы также можете заходить в каждый из них для того, чтобы делать манипуляции, выходить из них, и вы можете создавать первый контейнер геометрии, узел, который является общим представлением для геометрии. Кстати, еще один полезный момент, о котором тоже можно сказать, это то, что вот этот контейнер геометрия, он используется для хранения геометрии. Причем геометрия может храниться по-разному. Вы можете внутри одного контейнера хранить огромную сцену, например, город с автомобилями и людьми, все это смоделировано и все это находится внутри одной папочки геометрия. А можете разделять ее, как вам будет удобно. Например, одна папка геометрия будет содержать в себе модели, допустим, автомобилей, которые есть на улице города. Вторая папка геометрия будет содержать, например, объекты окружения, магазины, лавочки, деревья. Третий объект будет представлять из себя ландшафт, и в нем будет храниться геометрия ландшафта и так далее. Точно так же, например, с персонажами. У вас может быть одна папка геометрия, один этот контейнер геометрия для хранения всего персонажа, а можете разделять их на части. Каждый из них будет хранить, например, в одном там голова персонажа, в другом тело, в третьем руки, в четвертом объекты амуниции, в пятом, допустим, снаряжение и так далее и тому подобное. То есть, опять-таки, каких-то логических жестких правил нет. Вы сами вольны решать, где и что, когда вам использовать. По мере выпуска дальнейших уроков вы увидите разные нюансы использования тех или иных подходов и тоже, опять-таки, для себя поймете, какой вариант будет удобнее больше вам. Внутри контейнера геометрия мы как раз и можем по меню Tab создавать большое количество узлов, которые занимаются обработкой, генерацией геометрии, либо же ее обработкой. Но об этом мы будем говорить уже в последующих уроках. Отлично. Ну вот, базовая информация известна. Относительно создания узлов мы сказали. Процесс удаления узлов тоже несложный. Стоит узел выделить левой кнопочкой мышки, нажать клавишу Delete на клавиатуре, как этот узел уйдет. Ctrl-Z, соответственно, сделает отмену этого действия. То есть, вот такие вот несложные процессы манипулирования в программе Houdini. Я думаю, что на этом мы сделаем остановку. Мы как раз уже даже больше, чем полчаса записали времени. В следующий раз мы с вами поговорим более подробно уже о практическом использовании Houdini. Я на следующем уроке хочу сделать небольшую демонстрацию, чтобы вы увидели, как от начала до конца делать коротенькие маленькие проекты. Мы воспользуемся простой геометрией, создадим ее, посмотрим, как мы можем ее перемещать в пространстве, выставим ее в нужном положении, мы присвоим ей материалы, посмотрим, как менять базовые параметры материала, посмотрим, как мы можем выставлять источники освещения камеры, посмотрим, как мы можем делать рендер и получать финальный результат. То есть в течение вот одного урока, получаса, мы сделаем такую вот коротенькую демонстрацию, мини-такую демонстрацию возможностей, которая покажет как раз, как выглядит процесс работы в Houdini, и в то же самое время даст вам возможность понять, как работать с узлами, как они взаимодействуют и какие результаты мы можем с вами получать. Ну, а на сегодня давайте сделаем остановку. Спасибо вам большое за то, что были в этом уроке с нами. Надеюсь, это было вам полезно. Если это так, дайте мне знать вашими комментариями. Вот, и буду благодарен, если вы также будете поддерживать наш проект разными способами, давая ссылки вашим друзьям на эти уроки, рассказывая им, или же делая финансовые пожертвования, вы это также можете сделать на нашем сайте или кликнув по соответствующему сообщению, которое выскочит в этом видеоролике. Все это идет на благо того, чтобы мы в дальнейшем регулярно также выпускали эти уроки. Спасибо вам большое. С вами был Дмитрий Потреваев, портал CGScope. И увидимся с вами в следующих уроках в очень скором времени. Пока-пока.